Всем привет, дамы и господа, подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайв. Сегодня в новом обновленном имидже я собираюсь заснять обзор на новый, я не знаю, наверное, даже беспрецедентный мерч от проекта Amazing Online, который мне добродушно прислали ребята из команды. В общем, мне пришли вот такие три zip-пакета огромные с таким вот QR-кодом и написано Amazing Games. Их реально тут три, это две белые футболки, одна черная, и сегодня бы я хотел вам показать данный мерч, как он выглядит. Обязательно его примерю, обязательно пофоткаюсь, возможно, для каких-то постов в группах и так далее. Но хочу от себя отметить, чтобы вы играли на проекте Amazing Online, Amazing Games на сервере Azure, по моему промокоду Levonti, но можете не именно на сервере Azure, можете на любых других серверах этого же проекта. Вводите мой промокод Левонтий, на 5 уровне он даст 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этого вам хватит, чтобы купить нормальную квартиру, машину и, в принципе, начать развиваться. Ну а у нас начинается новая эпопея роликов, эпопея мерча, так скажем. Я на самом деле не знаю, как его можно получить, потому что об этом никто, по-моему, еще не говорил. Ну а некоторые игроки получают за игру, я не знаю, за какие-то особенные задания, за какие-то рекорды, возможно. Ну, я получил как медиа-персонаж, как медиа-чел на проекте, который работает уже очень давно. Давайте мы их распакуем, я вообще покажу, как они выглядят, и, наверное, выскажу свое мнение по поводу качества материала вообще, и стилево ли это или не стилево. Давайте оценим. Хочу распаковать черную футболку для начала, потому что черный цвет мне больше всех нравится, и, по-моему, по поводу черного цвета я писал прежде всего. Но это, кстати, удобная тема для хранения. Это реально такие zip-пакетики, то есть вы туда можете положить футболку и вот так, легким движением руки, вот эту молнию просто закрыть. При этом пакет выглядит очень стильно, то есть туда можно не только футболки пихать, а что-нибудь еще другое. Ну, QR-код, если пробить, то, скорее всего, понятно, куда вы попадете. На Amazing Games, на сайт, и где вы можете уже в дальнейшем скачать лаунчер этой игры. Итак, черная футболочка. Спереди принт выглядит вот таким вот образом. То есть там у нас два автомобиля. Они как будто дрифтят без колес. А сзади принт вообще мега сок, ребята. То есть я даже не знаю, как вам показать его. Вот так вот он выглядит. То есть изображен Анашан. Задается вопрос, продаете? Нет, просто показываю. И тут два типа два игрока Амазинга, красивая. Ну, вот таким образом она выглядит. Такая черная футболка. Здесь именной логотипчик. То есть Amazing Games. И написан размер GTA-шным шрифтом. Я брал размер M, но он мне большой, конечно, но я брал про запас. Возможно, я чуть подобрею со временем. Так, это первая футболка. Теперь вторая футболка вот такого белого цвета. В том же zip-пакете. Zip-пакет очень легко открывается вот таким вот образом. Достается футболка. Все они очень аккуратно сложены. И по материалу, по качеству могу сказать, что футболки ну, реально сделаны очень плотными и, соответственно, очень качественными. Возможно, это 100% хлопок даже. Ну, не знаю, сомневаюсь. Но, возможно, и реально, да, потому что я не шарю. Тут изображены также две машины спереди. Ну и сзади принт это просто сок, ребята. Вот сзади принты это просто имба. Изображен вот такой вот Гелендваген. Изображены всякие арк, также с Криминальной России, Amazing Games, вон там бич, просит бабки, прилетающие гелик, ешки. То есть вот таким вот образом все это выглядит. Но то же самое, типа именной логотипчик, то есть М-ка. То есть футболка сделана очень качественно, материал такой слегка тянущийся, типа не зажатый. Ну, приятная, короче, футболка. Сейчас будем уже мерить. Ну и последнее, вот этот самый минимализм, который мне понравился из этой футболки, я прямо его извлек. Это спереди будет изображено непосредственно арт из самой игры, даже не арт, нет, все-таки арт Южно-Рублевки, то есть она нарисованная здесь, то есть спереди вот она выглядит как-то так. Ну а сзади это прямо скрин из игры. Сами знаете, какого места. То есть настолько все проработано, что даже понятно, что это скрин из игры. Видите, тут изображен худ, типа Amazing еще на тот момент времени Раша. Вот. Ну, такая типа картинка прикольная. То же самое, именные логотипы, бейджики и материал футболки очень качественный. Ну что, я предлагаю чуть-чуть помериться.
потому что мне интересно, как это будет смотреться на мне вообще, удобно ли это будет носить, сочетать с какой-то одеждой, но я это по-любому буду носить, и я думаю, что это будет круто. Давайте примерим. Так, первая футболочка уже на мне, но насчет размера я не погорячился, походу реально, ну, размер М-ка, это мой размер. Потому что я вот ее надел, она прям, ну, сидит на мне идеально, я так ее чувствую прямо. Ну, футболка мега классная, вот так со спины она выглядит. Чуть отойду, может. Ну, в общем, как-то так. Сочетать можно, я думаю, сейчас летом с шортами с какими-нибудь, то есть можно также и в институт одеть, да? Ну, выглядит очень круто. Особенно принт сзади, то есть, думаю, если вы будете идти вот так по улице, то есть вы вот так идете, как NPC, и получается, кто-то идет сзади, да, они такие, опа, вот это принт, и они вот так будут идти и втыкать, а там будет изображено, ну, соответственно, что Нашан, классные тачки и диалог двух игроков с Amazing Online. И ко мне подходит, например, какая-нибудь тяночка такая, где-то такую футболку покупал, а я ей такой, я получил ее, играя на Amazing Games. Регистрируйся по моему промокоду Леонтий. Не, ну это очень круто, реально. Давайте сейчас две белые померим и подведем какие-то итоги. Что я хотел сказать, мне нравится такая тема, то что в мерчах, либо в любых футболках, делают так, что спереди идет именно какой-то маленький, типа логотип, либо какой-нибудь арк. То есть, ну, неброский, типа, не то, что там на все тело, типа, что-то нарисовано, да? А вот такая маленькая картинка вставлена, а на спине, наоборот, она больше. Потому что для таких бодибилдеров, как я, у которых огромная спина, то есть, надо делать принт намного пошире, чтобы люди шли и видели то, что вот идет чисто стена каменная, а там изображено что-то позади. Ну, я считаю, это круто, как бы. Так. Материал качественный, футболка белая. На лето в городе, в котором я живу, это будет мега классный вариант. Носить его в институт с синими джинсами, с белыми форсами, я считаю, это тоже мега круто будет, особенно под мою новую прическу. Оцените ее в комментариях, напишите что-нибудь по поводу того, как я сменил свой имидж. Надеюсь, это заслуживает лайка. Так, теперь померим последнюю футболку, эту я вам показал. Ну, то есть она такая, ну, минимализм чистой воды. То есть, ну, ничего такого прямо не могу выделить. Но футболка тоже очень классная. Ее носить это одно удовольствие будет. Сейчас вот эту померим и подведем итоги. Так, ну и последняя футболка в нашем инвентаре. Это футболка с изображением гелика, с изображением Гелендвагена. На задней спине. Вот так вы можете оценить, вот так выглядит принт. Я не знаю просто, как выглядит это все сзади, потому что я просто поворачиваюсь, если что, на монтаже как-то откорректирую. Но футболка также размер M. Как бы... Плюс-минус, если, ребята, если вас вот интересует размерная сетка, плюс-минус вы как-то можете это замерить. Ну, не знаю, по мне, у меня рост где-то примерно 1,76 м. Если вот я где-то, ну, плюс-минус там килограмм 68-70, да, то есть я примерно ношу размер S. А если вы примерно такой же комплекции, то берите лучше размер побольше, то есть вот размер M, он идеально, типа он не оверсайз, как бы, и не мега узко, то есть, ну, это какой-то среднячок, то есть она нормально будет на вас сидеть. Если вы там выше и еще что-то, то можете брать тоже на размер побольше, вот реально, берите на размер побольше, это очень удобно, это очень круто. Ну, какой вердикт я могу подвести по поводу этого мерча? Это очень круто, это эксклюзивно, это беспрецедентно. Опять-таки, обращу внимание на zip-пакеты, которые мне очень сильно понравились, с QR-кодиком, то есть я считаю, что это очень круто. Не забывайте регистрироваться по моему промокоду Лимонти на проекте Amazing Online, играйте, получайте крутые подарки, призы, и до новых встреч, всем пока-пока, ребят!